Распределили мы отверстие. Это еще моя старая модель, которую хотел сделать. Но, к сожалению, там полный хаос произошел. Ну, также мы сейчас снимем покрасочное покрытие. Ну, приступаем. Покрасим машинку, пока еще лак не наносили. Далее сейчас начну наносить декали. Так, начнем.
сейчас будет итог. Пока вы смотрите итог, обязательно подписываемся. Подписывайтесь также на канал Feels. И не забываем ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.